включить голову стоит нижегородским водителям и пешеходам. К этому начали призывать сотрудники ГИБДД. Ситуация на наших дорогах одна из худших в стране. Современные стандарты и лучшие условия. Кинологов и их собак будут обучать в новом центре кинологической службы. Суд встал на сторону Олега Сорокина. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков должен опровергнуть свое заявление. Вирусы пользуются потеплением. Врачи фиксируют рост числа респираторных заболеваний. Группы в детских садах начали закрываться на карантин. А также маленькие да удаленькие. Выставка роботов открылась в НГТУ имени Алексеева. На что способны умные механизмы? Об этих и других событиях четверга расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, управление ГИБДД по Нижегородской области призывает всех жителей региона включить голову. Так называется акция, приуроченная ко дню памяти жертв ДТП. Он будет 16 ноября. Ну а акция стартовала уже сейчас. И запущена она не просто так. Дело в том, что Нижегородская область уже несколько лет подряд попадает в топ-5 антирейтинга России по дорожной безопасности. Как же будут учить нарушителей, выясняла Екатерина Вологина. Забыл пристегнуться, разговариваешь по телефону за рулем или перебегаешь дорогу на красный. Включи голову. Последствия могут быть трагическими. Эти нарушения наиболее распространенные. Плакаты с напоминанием о правилах дорожного движения появятся в области с 1 ноября. Подобные картинки придут и в так называемых письмах счастья. Данный контент компании будет печататься на конвертах, которые получают нарушители правил дорожного движения. То есть, по примерным оценкам, это порядка 100 тысяч человек ежемесячно. Причем, к сожалению, это целевая аудитория, то есть люди уже нарушившие, поэтому им будет не лишним напомнить о необходимости избавить скорость, не пить за рулем и пристегнуться во время движения. Уже несколько лет подряд Нижегородская область попадает в антирейтинг по дорожной безопасности. Среди лидеров – Московская и Ленинградская области. Но там и население, а следовательно и машин в разы больше. Поедешь к врачу? Каком врачу? Дурак, что ли? Мне плохо! Так бурно на аварию реагируют те, кто за руль сел под градусом. В Нижегородской области каждое шестое ДТП по вине нетрезвых водителей. А это кадры с камер наружного наблюдения, как пример нарушения скоростного режима. Смертельное ДТП на улице Сеной унесло жизни трех молодых людей. 4 года колонии поселения такова цена жизни Маргариты Зиновьевой. Девушку сбили на пешеходном переходе, когда та переходила дорогу на зеленый свет. Как видно на кадрах, водитель даже не пытался затормозить. Разговор водителя за рулем чуть не стоил жизни ребенку, а кадры этого ДТП у торгового центра на улице Белинского до сих пор шокируют. Женщина на Порше Кайене сбила сразу троих, но не на дороге, а на лестнице. Кадры автоаварии ежедневно попадают не только в сводки ГИБДД, но и в экраны телевизоров, а это тоже определенное напоминание водителям о правилах дорожного движения. Я недавно беседовал с одним из автомобилистов, который сказал, что купил детское кресло и обязал ребенка в нем сидеть после того, как увидел очень известные кадры. ДТП произошло в Нижегородской области. Помните, ребенок на Казанской трассе вылетел из автомашины, только чудом его спас там объехавший водитель грузовика, там проявил девочку какое-то вот мастерство. Как кадры были подхвачены практически всеми федеральными каналами. Помните, погибших должны не только их родственники, но все участники дорожного движения. Только в этом году на дорогах области произошло больше 5000 ДТП. В авариях погибли больше 500 человек, среди них 10 детей. Эти данные заставляют не просто задуматься, а действительно включить голову. Екатерина Вологина, Валентин Волков, служба новостей «Город». Далее расскажем о происшествиях города и области. Небольшая сводка вашему вниманию. По горячим следам удалось задержать подозреваемых в убийстве полицейским Уренского района. 28 октября во время тушения пожара в частном жилом доме были обнаружены тела двух пенсионеров, хозяев дома. Было установлено, что смерть обоих наступила в результате черепно-мозговой травмы. Уже на следующий день задержали подозреваемых местных жителей. Двое мужчин, по версии следствия, убили пенсионеров, чтобы завладеть 3000 рублей. Деньги впоследствии были потрачены на алкоголь. 3 автомобиля столкнулись на проспекте Гагарина. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора очевидца. На съемке видно, что водители ВАЗовской 15-й и Лансера одновременно перестроились в левый ряд. Автомобиль впереди резко затормозил и произошло столкновение. По цепочке повреждения в аварии получили 3 транспортных средства.
По другим темам. В ближайшее время должен быть подписан госконтракт на строительство стадиона на Стрелке и начнется непосредственно возведение спортивной арены. Об этом сообщил Валерий Шанцев после заседания Совета Оргкомитета Чемпионата мира 2018 года. Оно прошло в Москве под руководством Владимира Путина. Также в мероприятии приняли участие президент ФИФА Йозеф Блаттер и министр спорта России Виталий Мутко. По словам губернатора, в ходе заседания подтвердилась информация, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах страны, в том числе и в Нижнем Новгороде. Наша площадка оценивается как одна из самых лучших, потому что у нас все организационные вопросы решены. Мы получили и положительную экспертизу на стадион, и получили разрешение на строительство. Вышло постановление правительства о инвестициях по нашему стадиону. Поэтому площадка уже готовится, там техника, идет снос. Кроме того, в этот день в Москве презентовали эмблему чемпионата мира 2018. Валерий Шанцев отметил оригинальность ее дизайна. Ну а на самих объектах, которые будут построены перед Мундиалем, потребуется обеспечить полную безопасность. За этим будут следить правоохранительные органы, в том числе и кинологи. И вот в четверг в городе состоялось открытие Центра кинологической службы областного главка МВД. На мероприятие приехал первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. Общая площадь кинологического центра – 3 гектара. Здесь есть учебные классы, спортивные залы, стрелковый тир, столовая и построено административное здание. Для собак предусмотрено 130 вольеров, в которых животные могут жить даже зимой. Также на территории находится ветеринарная служба и щенятник. В этом центре подготавливают разыскных собак на поиск взрывчатки и наркотиков. До конца года в стране откроется еще 12 подобных центров. Мы открыли третью очередь зонального кинологического центра, который ляжет в основу формирования идеологии, подготовки кинологов полицейских как в Нижегородской области, так и по близлежащим субъектам Российской Федерации. Особенный взгляд особенных ребят. В четверг в школе-интернате для глухих детей подвели итоги конкурса рисунков. Он был посвящен празднику, который нас скоро ждет – Дню народного единства. Несколько людей разных национальностей, взявшиеся за руки, стоят на земном шаре. Так, 11-летний Тимофей Мартынов понимает тему народного единства. Рисунок для него один из способов сказать то, что думает. Мальчик с рождения ничего не слышит. Так же, как и остальные члены его семьи, 5 братьев и сестер и родители. У них очень дружная семья. Они познакомились во время путешествия с разными народами. Это Белоруссия, Украина прошлым летом. Узнали очень много нового, увидели разные интересные места. И это все он отразил на рисунке в День народного единства. За картину о путешествии сегодня Тимофей и его друзья по школе-интернату для глухих детей получают награды. У них была целая неделя для того, чтобы в рисунке рассказать, что такое День народного единства. В жюри вошли руководство школы, члены попечительского совета, родители учеников и спонсоры конкурса. В итоге они отобрали 50 лучших работ по 5 номинациям. Темы были совершенно разнообразные. Россия, родина, дружба, детство. То есть этим детям достаточно трудно донести вот эту тему, но мы постарались, педагоги, конечно, постарались. И ребята с радостью откликнулись на это. В школе-интернате для глухих детей ученики находятся круглосуточно 6 дней в неделю. На первый взгляд обычные дети, только гораздо тише. Все слова и эмоции они выражают жестами. Но стоит их развеселить, и все меняется. Сегодня в гости к ребятам приехали ученые научного шоу химических экспериментов. Все вместе они делали снег, пасту для слона, искусственный туман и мыльную кашу. Такой сюрприз для учеников интерната приготовил официальный спонсор конкурса «Центр красоты и здоровья Селебрити». День народного единства – очень новый праздник у нас в Нижнем и вообще во всей России. Мне бы хотелось, чтобы это была хорошая традиция, которая впоследствии будет распространяться не только на эту школу, но еще во все общеобразовательные школы и по классам нашего Нижнего Новгорода. Центр красоты и здоровья «Селебрити» во главе с Марией Шаманиной уже не первый раз поддерживает подобные творческие конкурсы. В подарок для всех ребят они подготовили развивающие игры. Я уже давно сотрудничаю с этой школой, стараюсь им помогать. Мне очень нравятся ребята, мне очень нравится их театр. Я считаю, что это очень одаренные дети, очень талантливые дети. Мне очень нравится за ними наблюдать, участвовать. Я считаю, что это одна из лучших, наверное, школ-интернатов у нас в Нижнем Новгороде.
По словам директора центра «Селебрити» Марии Шаманиной, социально активные нижегородские предприниматели могут чаще и больше помогать детям с ограниченными возможностями. И доказывает это она именно своим примером. И вот о чем пойдет речь далее в нашем эфире. Суд встал на сторону Олега Сорокина. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков должен опровергнуть свое заявление. Вирусы пользуются потеплением. Врачи фиксируют рост числа респираторных заболеваний. Группы в детских садах начали закрываться на карантин. А также маленькие да удаленькие. Выставка роботов открылась в НГТУ имени Алексеева. На что способны умные механизмы? Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал, в эфире служба новостей «Город». Нижегородский районный суд в четверг удовлетворил иск Олега Сорокина к депутату Госдумы Дмитрию Гудкову о защите чести и достоинства. И напомню, глава города подал в суд на Гудкова после того, как тот написал в своем интернет-блоге, что Сорокин подкупил депутатов Думы Нижнего Новгорода на выборах главы города в 2010 году. Из заявления Дмитрия Гудкова следует, что Олег Сорокин скупал голоса по цене 50 миллионов рублей за каждый. Эта информация была опубликована в бюллетене «Вернем выборы мэра», распространенном в нашем городе в конце марта этого года. По мнению Олега Сорокина, утверждение порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. В итоге суд обязал Дмитрия Гудкова опровергнуть данные сведения в электронном виде в его личном блоге. Сам депутат Госдумы сообщил, скорее всего, будет подавать апелляцию. Я могу сказать, что решение, оно абсолютно ожидаемое, потому что невозможно выиграть иск, невозможно выиграть суд у мэра в городе, где этот суд проходит. Но если кто-то считает, что я проиграл, то он глубоко заблуждается, потому что политика – это формирование общественного мнения. Ранее Гудков заявлял, что эти слова могут подтвердить бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов и депутат Законодательного собрания региона Владимир Буланов. Они были вызваны в суд в качестве свидетелей, но на заседание не явились. От Булавинова поступило заявление, что 30 октября он находился за пределами Нижнего Новгорода, но готов прийти в суд в другое время или дать письменные показания. Ну а Буланов в день суда должен был быть на заседании Заксобрания. Также я напомню, что на прошлой неделе во время своей пресс-конференции Олег Сорокин сообщил о своем отношении к Дмитрию Гудкову. Я считаю, что многие вещи, которые происходят, они недостойны звания не просто там политика, да, недостойны звания мужчина. Потому что если у тебя есть претензии, если ты считаешь себя серьезным там, политиком федерального уровня, ну ты приди их, озвучь эти претензии, там, поговори там. Градус за окном перешел в плюс, и медики начали отмечать рост вирусных заболеваний. Об этом не только расскажет Анастасия Шибашова в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте! Детские сады города и области закрывают на карантин. В настоящее время в связи с повышенной регистрацией респираторных инфекций закрыты 6 групп в 4 детских дошкольных учреждениях. В период с 20 по 26 октября в Нижегородской области заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей возросла на 4%. Нижегородцы смогут купить продукты по сниженным ценам. 31 октября в Доме ветеранов будет работать выставка-продажа «Автозаводский предприниматель». Посетителям ярмарки будут предложены товары ведущих предприятий торговли и общественного питания Автозаводского района. Нижегородцы смогут приобрести мясную продукцию, кондитерские, хлебобулочные, молочные изделия и фрукты по сниженным ценам. Заксобрание Нижегородской области согласовало имена заместителей губернатора. Заксобрание Нижегородской области согласовало назначение Владимира Иванова, Евгения Люлина, Сергея Потапова и Дмитрия Сватковского на должности заместителя губернатора. Напомню, 16 октября губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев озвучил новый персональный состав правительства региона. Из 7 заместителей губернатора глава региона решил оставить 4. В микрорайоне Мещерское озеро построят полуподземную парковку. Двухъярусная полуподземная автостоянка появится в микрорайоне Мещерское озеро. Ее планируется разместить у дома номер 5 на Мещерском бульваре. И это были все новости короткой строкой за четверг, 30 октября. Выставка роботов открылась в Техническом университете имени Алексеева в четверг. Свои умные работы на ней представили школьники. На вид, казалось бы, простые приспособления, но создание их требует немалых усилий и знаний. Эти роботы умеют распознавать цвета, заранее понимают, что нужно объехать препятствия, поднимают грузы. Давайте посмотрим.
сделана из детского конструктора. Работает от специального датчика и рычага. Подъемные краны, двигатели и манипуляторы. Именно с этого и начинается ярмарка роботов. Восьмиклассник Миша Герасимов занимается во дворце детского творчества имени Чкалова. За 3 года занятий робототехникой он уже успел заявить о себе на всю страну. У меня были соревнования 2 российских. Это Робофест и ВРО, Всемирная олимпиада роботов. Российский этап. Также я участвовал в нескольких региональных соревнованиях. В руках у Миши его последнее на данный момент изобретение. Трудился над его созданием вместе с напарником. На проработку идеи и конструирование ушел 1 год. Это робот ЕВ-3 называется. У него есть программный блок, в котором может загружать разные программы, он может выполнять разные действия. Например, захватывать кирпичики красные, обижать кирпичики синие, или шарики, например, следовать за другими объектами. Робототехника, как все привыкли, мужское занятие, но среди участников ярмарки в этот раз есть девушка. К Саше Ивлеевой такое увлечение пришло спонтанно. После просмотра видео с роботами она решила создать нечто подобное. Саша начала конструировать только 2 месяца назад, и сейчас она уже делится результатами своего труда. Робот-манипулятор. Задумки приходят постепенно. Главное – фантазия, воображение свое иметь. Соответственно, потом уже дальше делаешь чертежи, наметки и все. Конструируешь уже дальше. Во время ярмарки также прошли соревнования по кегель-рингу. Это ведь состязание между роботами, когда необходимо вытолкнуть кегли определенного цвета со специального ринга. Игра идет на время и очки. Зона площадки ограничена черной линией, которую робот пересечь не должен. В противном случае игроку засчитывается поражение. Но для некоторых находчивых конструкторов это соревнование превращается просто в бои между роботами. Я думаю, что вот такое событие для города, когда любой желающий может прийти, посмотреть, да, может быть, заинтересоваться, начать заниматься этим направлением, очень перспективно. Нижегородская ярмарка роботов проводится уже в 4-й раз. Увлечение, которое с большим успехом объединяет талантливых школьников и студентов, в последнее время развивается огромными темпами. Если в 1-й год для участия в мероприятии заявку подали 40 человек, то в этот раз желающих было более 150. Елена Демидова, Алексей Распопин и Максим Жалыбин, служба новостей «Город». Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное мы собрали в обзоре социальных сетей. На Большой Покровской в Нижнем Новгороде уверены, что если у тебя утром плохое настроение, достаточно выпить кофе. Это правило распространяется и на супергероев. Паркуется как хочет, утверждает Андрей Миронов, автор фото. В микрорайоне Мещерское озеро автолюбитель поставил машину так, что не пройти. Машина перекрыла весь тротуар, а с другой стороны лужа. На дорогах, когда более опытные водители видят знак «ученик за рулем», сразу же стараются всячески обогнать эту машину и держаться от нее подальше. А вот рядом с такой машиной даже останавливаться страшно, мало ли что. В Нижнем Новгороде появился свой «Бэтмен». Пока его никто не видел, но автомобиль, на котором он передвигается, уже был замечен на улицах города. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». И далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни, и вот какие ответы мы услышали. Смотрим ваши хорошие новости. На улице «Солнышко» состоялась встреча с дорогим и близким для меня человеком, с которым мы очень давно собирались встретиться, и сегодня наконец-то произошло. И «Солнышко» нам помогает прекрасно проводить время. Везешь кораллы, приехали, видели вот здесь Кремль, сегодня только погуляли, вот. Замечательно. Очень красиво, замечательный город. 21 ноября мы собираемся на свадьбу к моей подруге. У меня сегодня дочери день рождения, например. Вот мы с детишками идем его праздновать. Ой, мы 2-й день в вашем городе и приехали сюда на свадьбу нашим родственникам, поэтому в субботу будем праздновать. Я поступил в НГУ на исторический факультет, на специальность истории. Снег на улице почти растаял, вернулось ощущение осени. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Прогноз на последний день октября сейчас узнаем у Анастасии Клепневой.
международному календарю 31 октября – лука в день. В это время старались есть хоть немного лука, чтобы сохранить здоровье на весь следующий год. В это время принято было устраивать луковые базары, хотя само по себе подобное дело не приносило особой выгоды. В народе примечали, если облака плывут с севера на юг, значит будет ясная погода. Ну а если 31 октября мутная луна, значит будет дождь или снег. Ну а по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде будет теплая погода, облачно, плюс 4 градуса. Ночью столбики термометров не поднимутся выше 0. Все материалы этого выпуска вы можете еще раз посмотреть на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас вы видите на своих экранах. Ну а если вам есть чем дополнить наши выпуски, тогда запишите телефон нашей редакции 217-0171. Обязательно звоните. Но информационный блок на этом не заканчивается. Для тех, кто хочет всю зиму есть витамины и заботиться об этом заранее, наш следующий сюжет. Мария Белова в рубрике «Страна советов» расскажет, почему картошку, а также другие продукты лучше всего покупать на рынке, а не в магазине. Всю зиму есть витамины, нужно основательно подготовиться осенью. Эта осень, к сожалению, нас хорошей погодой не балует, поэтому за продуктами отправляемся на рынок в крытый павильон. Ведь, как известно, именно на рынке все самое свежее и натуральное. Делать осенью запас овощей на зиму – старая традиция. И с точки зрения экономии традиция очень выгодная. Ведь купить оптом картошку на зиму в период сбыта урожая гораздо менее затратно. В урожайную пору рынки просто ломятся от местных овощей, а цены падают. Чтобы не купить кота в мешке, а выбрать в мешок по-настоящему хорошей картошки, которая сохранит свои вкусовые качества и пролежит всю зиму, важно знать несколько правил. Прежде чем покупать картофель, важно узнать, привезен ли он прямо с поля или успел полежать. Если картофель только что выкопан, скорее всего, он не будет долго храниться. Перед закладыванием на длительный срок картофелю нужно вылежаться 2-3 недели. Подошли, у продавца спросили, сколько пролежала картошка. Продавец обязан это ответить. Выбирайте ровную, безо всяких изъянов. Хоть один изъян, она все, она уже не пролежит. Вот смотрите, я вам ее порежу. Кожица тоненькая, ни одного пятна, естественно, пролежит. Покупатели часто отдают предпочтение картофелю с тонкой шелушащейся кожицей. И совершенно напрасно. Это первый признак того, что корнеплоды не дозрели, а значит и сохраняться долго не будут. У зрелой картошки кожура более гладкая. Все выбирают крупную картошку, мотивируя тем, что ее удобнее чистить. В ней нет столько витаминов и столько, сколько в средней картошине. Она и хранится лучше, и в ней питательных веществ больше, чем в крупной. Не постесняйтесь попросить продавца разрезать подозрительный клубень. Если вы увидели среди картошки почерневшие экземпляры, не вздумайте покупать. Еще, если на картошке есть зеленые пятна, пища она непригодная, и это в ней алкалоиды. Алкалоиды – это природные азотосодержащие органические соединения. Образуется этот яд в клубнях под воздействием солнечных лучей. А вот для капусты зеленый цвет – абсолютная норма. Пожалуй, невозможно представить себе нашу зиму без ароматной квашеной капусты. Но каким бы ни был рецепт, важно знать несколько простых правил. Какой засол! Дай бог каждому! Смотрим на капусту, на кочерыжечку, чтобы она была не треснутая, не лопнутая. Для соления все нормально. Капусточка, конечно, дело хорошее. Но в доме нужно держать и мясные закуски. Многие нижегородцы боялись, что продовольственная эмбарго, которое вела Россия в конце лета, отразится на выборе мясных и рыбных продуктов. Больше всего переживали, что с прилавков исчезнет красная рыба, которую в основном поставляли из Норвегии. Но беспокойства были напрасны. И форели, и семга, а также чевыча и нерка на прилавке в избытке. Важно только правильно выбрать понравившуюся рыбу. Косточка свежая, то есть никаких лишних посторонних нет. Ни пятен, ни шишечек, ни срезов. То есть рыбка качественная, красная. То есть нет ничего такого не заветренное. Правильный цвет у рыбки. Все края. То есть человек видит. То есть мы берем тушку и режем уже сколько
покупателю нужно. В качестве товара сомневаться не придется. Все продукты проходят необходимую проверку в лаборатории ветсанэкспертизы. Это государственный орган, который не подчиняется администрации рынка и проводит независимую экспертизу товара. Исследование на гельминтозы, на доброкачественность, на свежесть. Вся проверяется, вся рыба. Поскольку рыба к нам поступает российского производства, мы должны все-таки быть уверены в том, что она более доброкачественная и свежая. Еще один продукт, который лучше всего покупать на рынке, это творог. Спасибо. Именно здесь можно найти натуральный жирный творог, а не творожную массу с большим количеством пищевых добавок. Творог на рынок привозят из Лысковского района, из разных подворий. Отличить деревенские продукты от магазинного очень просто по цвету и консистенции. А если творог свежий, он блестящий, слегка кремовый, не чисто белый, не матовый. То есть творог жирный. Ну вот сами посмотрите. Вот я снимаю. Видите какой? Весь ровный, без крупинок, без всяких, естественно, добавок. Качество молочной и кисломолочной продукции тоже проверяют в лаборатории ветсанэкспертизы. Продукция, которая поступает из частного подворья, сопровождается ветеринарным свидетельством формы номер 2. В этом ветеринарном свидетельстве указываются вакцинации против инфекционных болезней, даты исследований на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, маститы, которые передаются через молоко людям. Универсальный рынок Автозаводский – это более 400 предпринимателей. Всегда свежие продукты, огромный выбор модной одежды. В сезон закупки овощей на зиму особой популярностью пользуется ярмарка выходного дня. Картофель, морковь, лук и капуста – все выращено фермерами из Нижегородской области. Причем удобная парковка располагается в шаговой доступности от рынка и позволяет закупать овощи в больших количествах. Здесь же совсем рядом остановка общественного транспорта. В любой день недели, что самое главное, в любую погоду можно купить все необходимое в крытом павильоне. И самое важное, что здесь всегда уместен торг. Рынок Автозаводский. Торговля и порядок совместимы. Улица Плотникова, 4А.